А мы продолжаем наш выпуск. Бедняки ополчились против наркодельцов. Обыватели бедных мексиканских районов объединяются в отряды для защиты от преступников, занимающихся наркоторговлей. Региональные органы правопорядка признали свою беспомощность. Банды наркоторговцев настолько затерроризировали местных жителей, что их терпение кончилось. И вот эти люди, простые селяне, вооружились и сами вышли патрулировать свои улицы. Их уже сотни. Мы лишь выполняем наш гражданский долг, пытаемся защитить наших односельчан, потому что власти, муниципальные и районные полиции, да и все силы правопорядка не в состоянии сделать того, что мы здесь делаем добровольно. Мужчины объединяются в группы, вооружаются и идут ловить преступников. Останавливают и досматривают машины на дорогах. Они сверяют документы водителей со своими списками местных наркодельцов и их подельников. Последней каплей для селян стало исчезновение главы местного отдела полиции. В начале января бандиты похитили, и больше о нем никто и ничего не слышал. Местным жителям просто надоело бояться. Мы просто устали от разгула преступности. Эти наркодельцы, их банды уже убили слишком много людей. А солдаты, те, кто должен охранять порядок, они этого не делают. Их здесь нет. Отряды самообороны пользуются у местных жителей большим уважением и поддержкой. Несмотря на то, что их лица скрыты масками, здесь им доверяют. Браво, браво! Браво, браво! Они мои герои, мои безымянные герои.